Не очень вовремя построились, но если нормально звук. Третий брат. Мы можем рассказать, где сидит звукооператор. Звукооператор прекрасен. Вообще отличен. И вот девушка, которая есть, Планета.ру. Вообще, как Маша, передай привет в Харьков. Мама, мама, привет. Нас видит вся планета. Спасибо огромное. Впервые в жизни. Подожди, я сейчас скажу, что сайт рухнул. Можете не снимать. Это правда. Сейчас вы сказали, что сайт рухнул. Зашло столько людей, что он остановился. Вы записывайте пока. Спасибо вам. Если можно добавить в монитор вокал и Сашу, и меня, пожалуйста, будет лучше. Будет лучше, я вам говорю. Мой дед был врагом народа, отец офицером внутренних дел. Ну а я уцелел, хоть долго болел. Но мать меня просит, чтоб я песен не пел. Я ее, конечно, не виню, но что еще осталось мне? Только вены на руках, а в ее родных глазах безысходность, боль и страх. Так и не поняв, как надо было жить, и кто же враг? Эй-эй-эй-эй-эй! Черный ворон над домами все наглей и злей. Наша жизнь сквозь ментовский прицел, поэтапно в приказах стоять и ложись. Коммунизм или фашизм, что же дальше, аксись? Это даже не смерть, но смертельная жизнь. Я не трассы железных дорог. Что же держит вас здесь? Ведь больше нет лагерей, не осталось корней, а наградов камней. Только водка и боль до могилы друзей. Эй, 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 черный ворон над домами все наглей и злей. Был врагом народа, отец офицером внутренних дел. Ну а я уцелел, хоть и долго болел. Но мать меня просит, чтоб я песен не пел.